Захеди, капсула наша, вперед! Технологии. Наши земные знания. Все это нам не поможет. Грядет катастрофа. Нужно что-то делать. Иначе у нас уже не получится спрятаться. Так может, уже хватит прятаться? Чана, прием. Чана, Тьяго, Бейли. Черт. Захеди, будь у капсулы. Что-то не так. С неба падают целые стаи птиц. Если даже они не могут приспособиться, какие шансы у нас? Прежде аномалия меняла существ, но то, что происходит сейчас... слишком экстремально даже для них. Это не нравится. Где все? Thank you.
если вы дали себя сожрать. Чана! Яго! Белли! Да где же мы? Он проходит сюда! Мы укрылись в пещере! Расчищен. Идем. Первопроходец, нам нужно в город в ущелье. Знаю там человека, который может рассказать нам про бури.
здесь недавно были. Кажется, именно это и было в моем видении. Но это только начало. Шира, ты слышишь? Шира! Первопроходец, я слышу! Что произошло? А ты как думаешь? Мы думали, это буря, но мы потеряли почти все, что было на поверхности. Всех, кто не смог спрятаться. Где ты сейчас? На подвальных этажах. Мы долго не продержимся. Мы починили лифт. Спустись на нем. Не трогай! Но ты же не слушаешь! Не устраивай сцен, ладно? Да! Мы же все здесь друзья, верно? Нашел что-нибудь полезное? Ничего, кажется, все уже вынесли. Не может быть. Все знают, что очень старые. Какие-то старые записи. Что стряслось? Это конец. Я думала, сигнал, капсулы, весь план Захеди. Но аномалия все рушит. Я не знаю, как нам выжить. Один способ есть. Ты! Предатель! Думал, не узнаю? Шира, ты чего? Он передавал информацию мятежникам, лейтенант! Нет, нужно найти. Нет, вы не знаете! Он нас спасет! Спасет нас! Все наши труды пропали! Послушай. Когда стали твои идеи, нет, нет. Твоя гребаная надежда! Нет! Так, с кем ты там разговаривал? Сальвадор. Франциско Сальвадор. Хоть он и мятежник, но он ученый. Мы держим связь. А мне ты почему об этом не сказал? Послушай, его данные — это наше спасение. Но он исчез, не передав мне показания. А без них этот я не... Сальвадор... Если он жив, где его искать? Он работал за линией фронта в некоем черном ущелье. Черное ущелье. Не советую тебе туда соваться. Почему нет? Там Алиум. Мы знаем, что его зовут командиром. Там его место. Ты найдешь там только смерть. Да, но... Выбора нет, иначе смерть найдут все. Пошли. Народ, у нас новое задание. У Захеди есть знакомый ученый, который может знать об этих бурях. Мы ищем место под названием Черное ущелье. Нет, это место я все время это вижу. Тени разрывают, рвут души. Это дурное место. Но, возможно, я знаю, как провести тебя за линию фронта. Тут есть заброшенная деревня, Тихоречье. Объясню по дороге. Грузовик нужно переобуть. Мы на месте. Тихоречье впереди. Так, Тиаго,
Что нужно найти? Лодку. Она понадобится, чтобы перебраться на другой берег. Там ты найдешь тайный лаз. Прямо под стеной мятежников. Откуда ты знаешь, как попасть в крепость? Я сидел здесь в тюрьме. Меня пытали. Я думал, мне конец. Но я смог сбежать по канализации и украсть лодку. Отсюда я ушел в лес и забыл прошлое. Что за люди жили в Тихоречии раньше? А, Тьего? Довоенное поселение Зак. Здесь остались только призраки. Что стало с жителями? Рассказывают, был один рыбак. Его дочь каждое утро звонила в колокол, чтобы позвать его домой. Однажды ночью в тумане пришли мятежники. Рыбак проспал все утро. В деревне всех убили. Когда рыбак вернулся и увидел это, он набросился на солдат. Но что он мог? На следующий день туман вернулся, а с ним пришел и новый гость. В плаще и с окровавленным крюком. Призрак рыбака, сошедшего с ума от чувства вины, пришел мстить. Колокол звонил по каждому погибшему мятежнику. Говорят, этот колокол звонит до сих пор. Записи. Интересно.
Здесь лодок нет. А, похоже, вон там, в сухом доке, есть одна. Изгнанники, в атаку! Какого... Алюн попался! Это же знак! Первопроходец, слышим выстрелы. Это мятежники. Деревня не брошена, тут засада. Просто добраться до той лодки и свалить отсюда.
Поддержите огнем! Что-то написано. А, черт, на этом не уплывешь. Это рыбак? Нет, этого не может быть. Это не может быть призрак рыбака. Надо успокоиться. Меня не отпускает история Тьяго. Проходец, мы видим что-то странное. Над рекой летит туман, и в нем что-то светится. Уходи оттуда! Тьяго, мне кажется, ты прав.
лучшем городе призрака! Пропусти меня, рыбак! Я не желаю тебе зла! Рыбак? Да, я призрак, Заковская ДТР. Может мне и тебя превратить в призрака? Никакого призрака не было. Это просто мятежник, который надел плащ, чтобы пугать нарушителей. Ты уверен? Я достал лодку. Пора валить отсюда. Дальше я не заходил. Если черное ущелье – брюхо зверя, то это крепость его челюсти. Я за тебя переживаю. Может, передумаешь? Нет, я не могу. Кто это сделает, если не я? Слушай, если я не вернусь... Вернешься. Иначе ни у кого из нас не будет будущего. Впереди ты найдешь тоннель, по которому я сбежал. В нем будет сток, по нему можно вылезти во двор для казни, прямо под лезвием. Я все еще помню тела, по которым я полз, чтобы обрести свободу.
В это время суток двор должен быть пуст. Палачи работают только на рассвете. Тиаго, я точно здесь пройду? А то опять будет как в деревне. Я все четко помню. Доверься мне, первопроходец. Клинок. Гай, а ты кто такой? А, какого черта? Ану! Здесь первопроходец! Убейте его! За его голову назначена награда! Лезвие нужно напоить! Хочешь потанцевать с палачом? Палачи работают только на рассвете. Больше я тебя не верю. Yeah.
Великий Алиум! Это я! Сюда! Аномалия услышала мои молитвы! Прошу! Освободи! Боги! Я выживу! Алиум, я обязан тебе жизнью. Что ж, мне нужен проводник. Черное ущелье, знаешь? Да, но... Нет. Не надо туда идти. Из Черного ущелья никто не вернется. Даже великий Алиум. Ты обязан мне жизнью, помнишь? Ладно. Я помогу тебе пройти. Слушай, мы знакомы? Ты не помнишь, Сет? Давным-давно... Он поручил мне отвезти тебя к Гранд-маршалу. Ах, да. И ты снова меня ведешь. Эй, все в порядке? Ты отправил меня на двор для казней. А в заброшенной деревне было полно мятежников. Прости, я не... Это место... Проще было забыть все, чем жить с этими воспоминаниями. Да. Алиум будет выступать только для меня. Как давно я об этом мечтал. Посмотри на них. Они думают, что у них есть шанс победить. Когда я тебя увидел впервые, ты не знал, кто ты. А теперь ты стал боевой машиной. Неужели я тебя создал? Как же ты неистово сражаешься! Какое наслаждение видеть тебя в деле! Ты просто воплощение бури! Алиум будет выступать только для меня! Как давно я об этом мечтал! Посмотри на них! Они думают, что у них есть шанс победить! Поддержите! Ой! А этот умерной еще дергается! Тебя увидел впервые, ты не знал, кто ты. А теперь ты стал боевой машиной. Неужели я тебя создал? Они собирались отрубить мне голову, ублюдки. А теперь на моей стороне Алиум. Какое наслаждение видеть тебя в деле! Ты просто воплощение бури! Алиум будет выступать только для меня!
Как давно я об этом мечтал! Посмотри на них! Они думают, что у них есть шанс победить! Я тебя увидел впервые, ты не знал, кто ты. А теперь ты стал боевой машиной. Неужели я тебя создал? Тут записи.